Вы знаете, в девятером весело, но тесно. Кроме того, кают все еще шесть. Поэтому одного мы поселили на складе, второго поселили в европейском научном модуле, немножко аппаратуру раздвинули, он у нас там спал. Миша у нас места не хватило, Миша у нас жил на потолке. Просто спальник привязывал веревочкой. Кстати, как вы думаете, как на станции отличить пол от потолка? Ведь невесомость, тебе, в общем-то, все равно. Когда влетаешь к нашим американским коллегам, там висят таблички. Пол, потолок, лево, право. Причем лево-право используется морская терминология. Порт, старборд. Левая палуба, правая палуба. Русские сделали попроще. Просто покрасили все в разные цвета.